Я тебя еще достану, гад! Сука. Немецкая мажа. Там озвучивают уже неплохо. Блять, тут окон нет. Просто стрелять смотри. Жена. Нахуй, суки. Генератор шаг взяли. Педерас. Я попрошу. Ладно. Гомосексуалисты. We can't switch channel to guest room one on the server. Где-то там зарезал кого-то, Олег. Под мешками маленькую щелочку что-то просунул. Так, я вижу, пойду, вижу, тела бегают. Пойду тела прогуляюсь. Бегают. Тела бегают прямо вот тут вот. Вон они стоят, я выхожу. О, режу, там? режу. Дай зарежу. Так, ну дай зарезать, блин. Сука. Тифас, больше ниже? Скай. У меня вроде один есть. Можно брать 3 штуки, по-моему. Блять, тут есть остроение. Наверху на втором этаже. Окошко. Оо, погоди, секунду. Что происходит? Я куда иду вообще? Вижу. Сверху. Блять! Ты срался. Ты нас обшиваешь. Я оружие взял. Простись. Где там лежит кучник? Кучника, да вот там он, блядь. Тебя! На пердаке на твоем. Ну-ну. Что там чисто, блядь, там есть чисто. Блять, они там хорошо засели втроем. Да, мы хорошо тут сидим, слушай. Вон заебись. А, мы в это время уже дальше прошли. Можете дальше сидеть. Ах, вы шлюхи. Ну-ка. А где вы бежите? Не знаю. На лодочку. Спасибо, Вовка, на добром слове. Они слева, кстати, хорошо обходят по нам. Справа от вас в здании двое. Блять, не успел он зарезать. Рак арту пустил. Что за арта, не знаю. Я убил его, пса. Это моя арта. Это не раковская арта? Это твоя арта? А это моя. Что за хуйня? Зачем ты отрезал? Как так? Она отрезает нас от атаки. Ну конечно отрезает, это смысл. Нет, мы атакуем, да она должна быть за точкой, блядь, нет, она перед точкой. Точно это твоя арта? Это я красный командир, играю за твою красную команду. Все, я тебя понял, извини. Я думал ты играешь за нас, а ты красный командир, все, тогда отличная арта. Отличная арта. В таком случае арта то, что надо. Слышь? Чего это ты Мэри Сравель с каких пор? Не понял. Подожди. Почему динамит Мэри Сравель? Ай, да сука, да умрешь ты! А я уже 2 часов так играю. Да умрешь! Сейф нахуй. Потом посмотришь, Олег. Бля. Извини, что ты спрашивал еще раз? Я теперь могу ответить на твой вопрос. Сделал взгляд русского. Как? Убил у него оружие, и он сам уходит. Блин, ну что ты делаешь, Вов? Зачем? Он же военнопленный. Военнопленный, бля, пленных не берем. Я не понял, а почему я не могу... Пьяный? Да нет. Бля, тут прям вот... Там чего, друга, значит, блядь. Лес поработает, или что? Пропал. Я пошел его резать в спину, ёптвою мать! Не видал просто даже. Ты мне сказал, я сразу его бежать пошел. Гранаты. Да сука, не берись ты оружие, ёбану, ну пиздец.
пиздец, когда ты мне нож... Да, блядь, захлебалось это брать уже в автомат. Дайте, сука, гранат. Ну ты же забрось. Как у вас слева получается, блядь, нормально или ничего? Блядь, там идут... Я вот пробегаю. Блядь, я без патрона, нахуй. Я без патрона. Тяжело, они все с пулеметами. С автоматами. А чего это по мне стреляешь? Да нет, скорее всего, Олег опять. Да нет, это пират бегает. Вот я сейчас высунусь. Точно, пират, блядь. Я же знаю, кто это. Он тебя чует, понял? Да я понял, да. За версту. Нужна поддержка пациенту, ребят. Пациенту нужна поддержка. Ебать, а что-то... Я не понял, что произошло. Я просто мелькание вдалеке увидал и хуякнул туда, и тебя убил. Как будто головой ударился об это. А под потолок. Знаешь, я так встал и... Пиздатый выстрел. Эх, клумба. А нет, что-то есть. Микрит, да? А что значит твой микрит? Микроконтроль. Уворачиваться, вот. Скажи, что двигаться, я бы так привел. Ух ты, у немцев танк приехал. Я слышу его. Ах ты ж, блять! Услышал, но не успел. Я решил в этот раз не рисковать. Хорошо, молодец. А я только выдохшись, хотел присесть, посидеть в уголку. А паршивый Андрюшка решил зайти сзади. Ух ты! С руки! Ебать! Ничего себе, всех троих трахнул. Бля, вот это круто, надо записать. Так, а где нам, кстати, блядь, что это за щука такая? Блин. А что это вообще за комната? Типа, для провинившихся? А где выход-то вообще, не понял? Да. Нету, тут тебе выход. Выходи вот теперь, куда нашел. А, во. Подрывника сюда! Я в другой. А че мы зареспаунились где-то далеко так? Потому что это телепорт. Меня не соглашен, что ли? О, я сел вот эту машину. А, ты можешь просто на улице. Да. Место уже использовать телепорт. А, это как телепорты получаются, да. Такие, да? А нет. Буду знать. Блять! Ну да что за хуйня? Да что за хуйня? Тоже хотел зарезать что-то. Да конечно. Надо просто сникать, не знаю, там шифтом или точнее с контролом. А это помогает? Помогает, конечно, не топаешь. Да. Давай, маршруточка, выезжай. Савелла. Кто? Не вижу, не вижу. Здравствуйте. Видно, было слишком поздно. Вы еще играете? Да. Да. Русский рус. Сука, иди нахуй. Иди нахуй, сучка. Гори. Ты убил, отлично. Да, мы все красные, но или... А как мы можем? Вернуться себе на базу? Перед нами. Все, хер с ним. Хер с ним, Олег, хер с ним, забей. Окей. Фига себе. Тебя убило? Да, он на кучу меня снайперил, когда мы подлетели в воздух. У трамплинча. Олег, посмотри выше немножко, в небо. Ой-ой-ой! Что произошло? Давай, стреляй! Молодец! Подождите меня выше, я сыпал. Надо так и есть. Трамплина просто на вас вылезла. Вон там боеприпасы, бери Панцерфауст. На боеприпасы. Ложись. Прямо за вылетит. Чего же играть? Стрелять прямо с... Молодец. Нихуя себе.